Хорошо. Значит, так. И на разных континентах. Да, хорошо. Занимает почти 3 молодец. Палочка, тик. С правой стороны вы видите сухое, хвойное дерево из Калифорнии, из Орегона. Они считаются да, самыми хорошо. Длинными на планете. Может достичь 180 метров высоты, а в диаметре 8 метров. Да. С правой стороны вы видите Араукария и Чили. Этот вид дожил до наших времен с юрского периода. Здесь у нас с левой стороны открывается... Да, красивый. Хорошо. Фанечка, тик. Да. Фанечка, так. Да, хорошо. Фанечка, тик. Да. Так. Хорошо. А еще в этом ботаническом саду тих. Живут самые правильные да. пчелы. Хорошо. Делают они, разумеется, так. самые правильные да. наследия. Хорошо. Наши пчелы вот собирают нектар с разных растений, которые у нас цветут в нашем саду. Да? Это хорошо. Растения с 5 континентов мира. Так. Это уже уникально. Да, да? Хорошо. Да, может себе позволить вот так тик. Питаться. Да, одновременно на одной территории собирать мед растений с Австралии и Северной Америки. Круто, такие с утра пчелы. Что сегодня? Да. А Латинскую Америку хочу. Да. И вот получается такой вот мед особенный. Да. А сами пчелы грузинские. Так. Конечно, конечно. Пчелы местные, грузинские, да. Очень работящие. Хорошо, молодец, моя девочка. Так. Ну, умничка моя. Хорошо, молодец.